Для родителей будущих первоклассников наступает ответственная пора. В этом году в школу пойдут около 2 миллионов первоклассников по всей стране. Первая волна записи в начальный класс стартовала еще в апреле и завершилась 30 июня. Вторая продлится уже до 5 сентября. За парты сядут все, говорят в местном Минобре. В республике на данный момент функционируют 134 школы, 61 из которых работает в одну смену. Необходимо отметить, что в регионе с 2019 года активно реализуется национальный проект образования, в рамках которого в период с 2019 по 2021 годы было открыто 6 новых школ и приобретено здание общеобразовательной организации на 745 мест. Как отметили в Минобре, очередей среди первоклассников не будет. Проблему с загруженностью в этом году решат открытием сразу нескольких школ, одна из которых – 6-я Экажевская. Она рассчитана на 720 учащихся. По планам дирекции, здесь будет 2 первых класса, но при необходимости готовы открыть и дополнительные кабинеты. Условия позволяют. Введением в эксплуатацию данной школы будут разгружены Экажевская первая школа и 4-я в основном. А так к нам приходят дети из Сурхахов и других Экажевских школ. На данный момент, на сегодняшнее число, у нас около 400 человек детей записаны в разные классы. В первом классе будут пока, мы насчитали 44 человека. 2 класса у нас будет. В первой Экажевской надеются, что благодаря вводу нового объекта первоклассников в их школе станет меньше в 2 раза. В прошлые годы их насчитывалось более 100, что негативно влияло на образовательный процесс. Наша школа перегружена. Особенно много бывает учащихся первых классов. На 75 посадочных мест у нас обычно бывает 100 с лишним детей. Приходится открывать 4-й, 1-й класс. Записаться в школу можно через портал госуслуг, отправить заявление на электронную почту или прийти в школу лично. Алгоритм предельно прост. Тамара Хашагульгова, Мухаммад Белакеев, Новости 24.